касается третьего этапа нашего альбома, я думаю, что это, конечно, безусловно, что-то новое. Да? И я думаю, что это из всех, наверное, альбомов, которые были, наверное, для меня, по крайней мере, этот альбом, наверное, будет самый лучший. Почему? Потому что первый альбом был более попсовый, второй альбом был более, скажем так, тяжелый. Роковый, этот, глубокий, да, депрессивный. А этот альбом настолько просто разный. Вот, мне кажется, в этом альбоме собралось все. И попса, и электронная музыка, и роковая музыка, и медляки, и в то же время какая-то тяжелая музыка. В общем, все. Сейчас как раз мы хотим этот альбом уже третий толкнуть Америку, уже сдвинуть ее в конце концов с места, потому что там что-то начиналось, потом наш продюсер, все это затихло. Продюсер нам испортил отношения, все это как-то затихло, вот теперь как опять там все начинается, поэтому я думаю, что вот в этот раз толкнем уже все-таки Америку. Латинская Америка вся в ауте, в восторге, все нас очень любят. Да, Мексика, там Бразилия, концерты. Да, и как бы мы были, очень любят. Я рисую черной краской, на стене тупое слово. Для меня оно не важно, для тебя оно не ново, для меня оно напрасно, для тебя необходимо. Я рисую черной краской, я рисую криво-криво. Народ в России на тату реагирует очень странно. Это, на самом деле, это правда, и на самом деле это очень удивительно. Почему? Потому что, вот, знаете, вышел клип «Белый плащик». Вот он дошел в Португалии, в Австралии, на первых местах мы определили Кайли Минок. Да? Всякие украинские чарты, что у нас, Словакия. Короче, много стран, Чехия, которые вообще в Германия. Восторге. Просто первые места по телевизору, здесь мы приносим клип на телеканал, нам говорят, вы знаете, это не формат, мы такое не берем. И, собственно, песня на радио, она тоже не формат, мы такое не слушаем. Время снова 20:10. Мы с тобой сейчас не вместе. Ты сидишь в углу и плачешь. Может быть, меня дурачишь. А что это за формат? Люблю тебя, целую, жду, умираю, скучаю, там, извините, кончаю. Просто странно, непонятно, и на самом деле вопрос очень правильно поставлен. Мы, честно говоря, не злимся, не бесимся, знаете почему? Я объясню, потому что это делаем мы не для телеканалов и не для радиостанций. Прежде всего, мы это делаем для наших фанатов. Со вторым альбомом аудитория наша расширилась. То есть, если раньше нас слушала там определенная группа людей, в основном это были подростки, то со вторым альбомом появилось очень много таких уже зрелых, взрослых людей. То есть аудитория от 30 и выше. Я люблю тебя послушать. Раскрывай мне только душу. Мысли здесь не пригодятся. Было прикольно возраст 14-15 лет, тогда, когда идет становление личности. Конечно, когда школьники в этом возрасте, ты пробуешь там, у тебя первый поцелуй, там, первая твоя влюбленность, ты попробовала с мальчиком, ты попробовала с девочкой, это нормально абсолютно, это было актуально, потому что тогда мы были маленькие, и у нас действительно, как Лен говорит, формировалось наше свое, вот это вот, свой стержень. Сейчас, конечно, не актуально. У меня второй ребенок. Правильно? И, как бы, собственно, целоваться до 70 лет. Нам это не мешает любить друг друга при этом. Да нет, мы любим друг друга как подруги. И изначально мы любим друг друга как подруги. Только не надо нам каждый раз ходить на сцену, одевать на себя эти галстучки, говорить, Ленок, давай поцелуемся. Ну, это бред. Есть дофига других вещей, которые могут так же вот хоп и зацепить людей. Вот, например, клип «Белый плащ».
«Белый плащик» это написала наша фанатка, что самое интересное. Мы нашли эти стихи на нашем форуме и просто взяли. «Белый плащик» — это, собственно, как и клип. Это придуманный сюжет, как в клипе, где Лена не играет саму себя, я не играю не саму себя, а песня. А, вы знаете, я думаю, что это чисто психология тату. Те фанаты, кто слушает наше творчество, просто должны, я думаю, подумать. Но вообще эта песня не звучит одна. Это, я думаю, будет звучать тогда, когда выйдет уже непосредственно альбом. И в этом альбоме уже будет непосредственно вся тематика третьего альбома. Да? То есть там из песни в песню выливается история. К этому надо просто прислушиваться и слушаться. Что касается наших творческих планов, сейчас первое, мы летим в Америку снимать новый клип. По возвращению у нас выходит макси-сингл, туда будут входить ремикс на «Белый плащик», часовое видео, как снималось. Это видео более откровенное, видео со сценой, версия, которые да, другая. Не были уже в съемках, караоке-версия. Вот, потом, значит, мультитреки. Да, чтобы уже фанаты там могли как бы сами делать какие-то. Да, отдельно вокалы, как бы все мультитреки полностью песни. И 25-го где-то, ну в конце, в общем, апреля выходит как бы наш альбом, ну и параллельно начинаются гастроли, приездки, туры и все остальное. Да, постановка шоу там и так далее. Репетиции, все такое. Да.